Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, смотреть описание картин. Пьер Огюст Ренуар, «Женщина в шляпе», 1891 год. Холст масла 54 на 46,5. В 1880-х годах Пьер Огюст Ренуар приобрел известность не только на родине, но и за ее пределами. К этому времени признанный мастер импрессионизма начал разочаровываться в разработанной им самим манере. Пытаясь привнести какую-либо новую струю в свое творчество, он искал вдохновение в полотнах Жана Огюста Доминика Энгра. В 1880-1890-х годах художник продолжает создавать женские образы. Часто в этот период писал обнаженную натуру. Картина «Женщина в шляпе» является образцом нового стиля Ренуара, получившего название «перламутровый». Его характерной чертой стала некоторая общая разбеленность колорита. С помощью нее живописец старался добиться переливающей фактуры своих полотен. Красивая картина. Ну вот такое описание я нашел в интернете в картине «Женщина в шляпе» Пьер Огюст Ренуар. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».